Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобеляцкая перепелочка». Тема сегодняшнего выпуска – сколько хранятся перепелиные яйца. Пищевые перепелиные яйца хранятся до 90 дней в холодильнике. Но лично я рекомендую употреблять их в пищу в течение первого месяца. Температура хранения таких яиц должна варьироваться от плюс 2 до плюс 18 градусов Цельсия. Теперь что касается инкубационных яиц. Инкубационные перепелиные яйца должны храниться не более 10 дней до закладки в инкубатор. Температурный диапазон хранения инкубационных яиц должен составлять от плюс 12 до плюс 26 градусов Цельсия. Хранить яйца стоит либо в холодильнике, либо в прохладной комнате или кладовке, но ни в коем случае не в погребе, потому что они покроются плесенью и пропадут. Ну а на этом все, ребята. Задавайте свои вопросы внизу в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока!